Спасибо, во-первых, дольщикам за предоставление этой площадки. Вот смотрите, какая ситуация-то получается. Сегодня в фокусе нашего внимания не только грабительская пенсионная реформа, но и беспрецедентное нарушение наших прав на свободу мирных собраний. Случайно это? Да нет, это закономерно, потому что несправедливость всегда соседствует вместе с несвободой. И потому власть, которая залезает в карманы наши, трудящихся, обслуживает бизнес королей, она, конечно же, окружает себя цепями ОМОНа, всей этой Росгвардии, всей откормленной, всей этой братьей судейской и полицейской, которой, конечно же, пенсионная реформа до лампочки, они-то себе давным-давно финансовую подушку создали под любую старость и под любой возраст. А вот те люди, которые сегодня, к сожалению, не вышли, давайте не будем лукавить, отнестись с пониманием к тем, кто остался сегодня дома, остался на дачных грядках, нельзя. Поэтому особые слова благодарности тем смелым. Нас, к сожалению, сегодня только горстка смелых, но это настоящие петербуржцы, настоящие ленинградцы. Свободные люди великого города, которые бьются сегодня не только за себя, но и за того парня, который остался дома. Слава вам! Вы молодцы, ребята! Долой пенсионную реформу! Долой этого президента! Изымем власть и собственность из рук миллиардеров и передадим ее в руки миллионов! Таков наш ответ нарушению наших демократических прав и наш ответ социальной несправедливости! Спасибо!